Ребята, всем привет! Итак, рисуем не балун боя, а конструктора. Начинаю рисовать с носа. Это сломанная версия. Рисую нос. Рисую один глаз. Рисую второй глаз. Вот так вот. Здесь вот так. Прорисовываем глаз. Вот так вот. Тут получается у него щечка одна, тут вторая, здесь рот. Рисую сюда, прорисовываю зубы. Раз, два, три, четыре, пять. Снизу вот эту часть закрашиваю черным сразу. Рот полностью черным закрашиваю. Так, это сломанная версия, да, поэтому здесь вот так вот рисую вниз, сюда, здесь волосы, вот так вот, тут у него шапка, прорисовываю шапку, вот так, раз, два, три. Вот так вот. Тут шапка, прорисовываю ее. Раз, посередине. Вот так вот. Сюда, сюда. Сюда деталь, сюда деталь. Здесь, здесь. Здесь вентилятор сверху у него, да, такой. Раз, два и сломанный. Сломанный, да, то есть он как бы поломан. Так, теперь прорисовываю ему шею. Прорисовал шею. Рисуем тело. Тело у него намечаем. Толщину тела у него от Фредди. Здесь вот так вот. Вот так вот. Тут у него бабочка. Рисую бабочку. Так, тут намечаю животик. Вот так вот. Одна пуговица. Вторая пуговица. Вот так. Тут расстояние толщины туловища, да, то есть вот так вот я прорисовываю. Здесь внизу соединяю. Тут получается нижняя часть туловища. Рисую ее. Так. Опускаемся чуть ниже, да. Тут теперь надо пририсовать ноги. Одна нога здесь от мангл. Прорисовываю ее. Другая нога от Фокси. Прорисовываю ее. Вот так вот таким методом. Здесь получается, здесь коленка, здесь скелет, чашечка, вот так вот. Тут я нарисую вниз скелет, получается железная нога. Вот так. Вот так. Вот так вот. Железная нога. Ну и здесь, в принципе, аналогично, да, то есть тоже здесь будет железная нога. То есть раз, два,
5. Вот так вот. Здесь получается скелет. Рисую стопу. Так, прорисовываю один палец. Второй. Третий. И саму ногу, да, то есть. Здесь закрашиваем. Ну, я вот так вот прорисовываю. Мне так нравится. То есть, вот так прорисовал. Здесь, получается, стопа такая уже целая, скажем так, да? То есть, прорисовываю один палец. Второй. Третий. Вот так вот. Так, уменьшаем, чтобы было видно. Это получается сломанная версия. Здесь я рисую одну руку. То есть здесь будет одна рука. Вот так вот, вот так вот. Рисую сюда. И рисую сюда. Вот так вот. Тут получается кисть, да, то есть здесь палец один. Прорисовываю его. Один палец, второй, третий. Ну, вот так вот я примерно нарисовал. Вот так пусть будет. Так, тут вторая рука. Это рука от марионетки. И она сломанная. Эта рука сломанная. Значит, здесь такие детали. Вот так вот. Раз. Синим. Синий кабель. Вот так вот. Эта рука сломанная. Так. Значит, тут что будет еще? Тут я добавлю потом еще дополнительных деталей. Вот, уже маркером. Ну, вот примерно вот такой аниматроник получается. Так, раскрашиваем.